Так, это вторая часть, для тех, кто запись смотрит, это вторая часть пятой части. Мы наткнулись на проблемное место, где идут лаги, причем просаживают сильно FPS. Поэтому картинка пока не плавная, но мы отсюда скоро ливнем. Сейчас речь идет о том, что мы можем подкинуть вирус в того робота, который делает Братство Стали, для того, чтобы он сражался на нашей стороне. Ничего. Давайте я закрою и вернусь. Телепортироваться в аэропорт. Там нужно что-то там перепрограммировать. Та докторша... Ага, мы еще к институту дали. Да, конечно, знаю. Тихо. Это новый диалог. Ну, в смысле, повторение старого диалога. Короче, доктор Ли, которую вернули мы по квесту Братства Стали, она все еще лояльна к институту и готова перепрограммировать робота таким образом, чтобы он сражался на стороне института. И, в общем, видимо, финальная сцена из третьего Fallout повторится. Ну как, сейчас уже прошли лаги. Напишите, пожалуйста, в чатике, кто прямую трансляцию смотрит. Hello. Потому что вроде как... Так, мне нужно наверх и туда, да? С отцом поговорить опять. Все норм. Ну, значит, это в игре какая-то хрень. Уже было такое, что заходишь в это место и резко понижается FPS. Именно в OBS. Видимо, игра начинает занимать больше ядер, процессорных мощностей. И... То есть у меня в игре плавненько все происходит. Но, видимо, он залезает куда-то не на свои ядра и все. И это приводит к просадке FPS. Убираем. Прошли, ты прав. А я прям начал грешить на стрим-сервис, блин, жалко. Поднял Ильдара из-за этого. Перезапустил трансляцию, и это привело к тому, что тысяча людей начала обновлять страницу, и сайту стало плохо. Блин. А, телепортироваться, что я делаю? Короче, я сам создал проблемы, прошу за это прощения. И время потеряли из-за стоп-стартов, и... других стримеров задели. Но, с другой стороны, конечно, не должен у нас PHP тупить после таких вот тем. Потому что придет какой-нибудь товарищ по доте и сделает стоп-старт трансляции, положит нас нафиг. Такого быть не должно. Помощники, обратите внимание, пожалуйста, на чатик, чтобы там не было офф-топика и уж тем более каких-то оскорблений. Потому что там вроде какой-то опять... начался. Так. Поднимаемся, телепортируемся и к Братству Стали. Там, скорее всего, придется пострелять. На природное обаяние рассчитывать не приходится, да и перепрограммирование робота займет какое-то время и... ученый не должна пострадать в это время. Поэтому удар придется... Не понял. А, прямо до этой точки дойти. Сюда вот. Можно телепортироваться с любого места на втором этаже, но именно здесь какая-то, видимо, скриптовая сцена будет. О, там ранец, видите, за плечами у Братства Стали. Силовую броню можно модифицировать самыми разными способами. Поставить на нее реактивный двигатель, боевое поле Теслы, встроенный стелс-бой или автоматический инжектор стимуляторов. Найс. Да, значительная часть игры мимо меня проходит, потому что я не занимался SimCity, не занимался силовыми броньками. Много очень не исследовал, но даже при всем при этом у нас сейчас пятая часть трансляции, которая, скорее всего, будет до конца, то есть 11 часов, и это дает, по крайней мере, представление о том, насколько большой мир, сколько там возможностей, и я телепортировался в аэропорт. Ёшки-матрёшки, сразу радиация пошла. Радикс жрём, чтобы нейтрализовать этот фон. И выходим. 80 метров прямо...
Прям по курсу надо бежать. Ну и все, понеслась. Нас обнаружили, вижу бравых парней из Братства Стали. А может они добрые, может они не знают, что... Нет, они не добрые. И мина пошла. Ой, я сейчас сдохну. Сразу половина хп. Начинаем стрелять по голове. Раз. Два. Пьем стимулятор, десяточка. Встаем, shift. Ой, в смысле этот... сейчас закидываться будем таймстопами. Да, очки здоровья увеличиваем. Это раз. Стейк сожрем. Сопротивление энергии из Рад Скорпиона, чтобы лучше против энергооружия выстаивать. Берем пятую пушку. Ёпрес, это... Да там вообще жесть. Еще одна мина, я взрываюсь. Да, это КГ. Да там человек 7 впереди, и я словил вторую мину. Это самое главное. Столько точек. Ладно, поехали издалека расстреливать и все. Правда, из этой пушки не получится, но да и из утки на Игоре это делать. Тут, по крайней мере, вероятность неплохая. Работаем. А что, в два раза минус? Да, неплохо. По ядерному блоку. Блин, из этой пушки, конечно, не достать, капец. Гранаты пошли. А это будет, кстати, интересно. Это будет интересно. Что, работаем, наверное, да? Пытаемся. Берем, видимо, осколочную мину. Там ракетница летит в меня, я уже слышу, это гуф. О, появился таинственный незнакомец. Показал, что там... Ох ты ж, ежик, сзади уже. Сзади рыцарь братцев? Да вы офигели, ребят, вы что? Очков действия нифига нет. Я убегаю. Да, убегаю, конечно, классно. Давай дробашек хоть, может, успеем. Какая дача дикая, а? Приседаю. Восстанавливаются очки здоровья. Они подходят, они уже здесь. Ой, догорел. Короче, надо сейчас сделать так, чтобы сзади пацанов не было. Понимаете, сзади. Потому что то, что еще вот... Есть люди вот такие вот. Понимаете, это не круто. Ну, а будет? Да, умерла все-таки. Как-то пуля медленно долетела. Не будем торопиться, потому что, ну реально, тут много народу. Много-много-много народу. Вижу слева вроде кто-то мелькнул, да? Сколочная мина. Мне кажется, пробегал кто-то рядышком. Ладно. Может, показалось? О! Классно! И музыкальное сопровождение даже великолепное. Вижу, вижу, вижу. Этих без вас-то пока отстреливаем, потому что на такой дистанции я вряд ли... Опа. Вряд ли смогу сработать. Слева 6 человек. Блин. Первый скрипер. Да, вы представляете, как они обходят?
Машина взрывается. Машина взорвалась. Я добиваю этого. Не добил. ЕПРСТ. Короче, надо жрать просто все. Это моя последняя битва, надо ее пройти хорошо, без жестких косяков. Давай, поехали. Может, пистолет? Да точно пистолет. Пес молодец. Так, восстановились очки действия. Я приседаю. Вижу, идут еще с энергооружием. Рыцарь. Пытаюсь найти. Простреливаем из карабина, из ФВ. Каританем под 3. И сейчас карита открыть давай. Там процентов 60. Попал, но... сильно снизился урон. Ёпрессеты, там гранаты закидывают жутко. Жутко закидывают гренками. Собачку подбили. И видимость аховая. И здесь проходят. Ё-моё. Бобёр, живи. Так, вообще, если бы я вернулся в здание, это было бы очень неплохо, потому что я тогда смог бы сократить дистанцию и начал бы работать в... ну, на убой просто. Вот так вот. Это раз. Двое, по крайней мере, здесь. Справа обходят трое. Оп! Вот сейчас будет интересней. Ну, давай, давай. Голова, голова. Голова, голова. Поехали. Раз, два. Еще один. Два раза сработал. Восстановились очки действия. Три. Еще один. Четыре. Криты накопились. Тут тоже голова, голова, потому что по 15 увеличивается точность. 5. Через стенку прострелим? Нет. Блин, так зачем я брал этот перк, если он через стенку не стреляет? Ну, то есть он стреляет, но не попадает нифига. Ну, выглядывай, друг, выглядывай. Я знаю, что ты хочешь. А вот он. По руке. Пришлось ручками добить. Прям по курсу один, может быть, внутри помещения. Нет, их масса, просто масса. Посмотри, сколько маркеров. Так, проходим. Ох, пес, не пугай так. Демпфированные, усиленные. Нет, забей. Ой, и распогодилось. Вот это очень хорошо. Мне, как человеку, работающему на средней и дальней дистанции, лучше, конечно, на средней, чем на дальней, приятнее было бы... очень слабо. Ну, потому что не прицельно. Им надо бить по энергоблокам. Но я хочу просто сагрить. Возможно, стоит вот к этому... самолету подойти к корпусу, что тогда я сокращу дистанцию. Еще не забываем про дробовик. Да, на такой дистанции я с карабина не поработаю. Хотя, если по туловищу, с увеличивающейся вероятностью, в конце будет... и крит давай. Добили. Хорошо, что патронами закупился. Знал, что... ой, туреточка. Вижу его. И туреточку вижу, этого вижу. Туретка минус. Опа! Блин, тут товарищ с парам-парам-пам! Беги, 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 сейчас выстрелит! Ой, там с ракетной установкой. Ну, ракетная установка — это ваншот, поэтому желательно все-таки... голове добить. У него шлема нет. В энергоброне. Ой. Да прямо, прямо 4 человека где-то есть.
прям по курсу. Да ёшки-матрёшки. Давайте посмотрим. Во-первых, по ядерному блоку хорошо можно зарядить. Давай с критом. Хотя пушка там не пробьет. Ну, не добила. К сожалению. На такой дистанции я больше его не добьюсь. Стимпак давай. Ну вот, рокет пошел. Очки действия восстановились. По ядерному блоку... Давай с критом сразу, ладно. Убиваем его. Еще трое идут. Один с лазером Гатлинга. Справа отстреливает. Я в аркаду пойду. Ох, там взрыв ядерной батареи. Ну, энергоблока, соответственно. Оп. Ракета полетела в меня. Но он вроде промахнулся. Вон он, ядерный блок. Раз. Крита нет. Два. Три. Четыре. Ё-моё, я тут, конечно... Я тут... Баф-винт лучше оставлю, потому что это единственное, что у меня... Надо закинуться хавчиком с резистом на энерго. Или на физику. Давай еще один стейк из Рад Скорпиона. И все, наверное. Он прилетает. Я горю. Все, хп нет. Ядерный энергоблок простреливаем. Блин! Да нельзя, там слишком много народа. Они меня видят, они по мне стреляют. Надо либо пробраться к ним поближе вообще, чтобы я находился таким образом, чтобы меня не все видели, а я, ну, мы даже... Короче, в здание попробуем прорваться, сменим тактику. Марш-бросок. Идем через фланг. Например, дверь вижу. Вижу дверь. Ах, слева. Ну, это инспектора, они достаточно простые. Промах первый. Сейчас будет попадание, скорее всего, 69% вроде было, в конце концов, да. И, учитывая то, что у них силовой брони нет, они, видите, ваншотаются с крита. Опять, блин, 25! Стимпак. Надо очки здоровья увеличить каким-то образом. Чтобы сейчас хватило времени... Для баф винт можно взять. А лучше бафтаты. Да, зависимость, я понял. Но зато я пережил этот момент. Ракетница влетает. Осколочную мину вижу. Они очень хорошо подготовились. Я к зданию подхожу. Так, все, хорошо. Здесь будет должно быть комфортнее. По крайней мере, они обходят сзади, вижу. Ну, буду тогда принимать. Здесь вроде тупик, поэтому обходим. А, они выше на левел. Один только на уровне, вот сейчас где-то прямо по курсу должен быть. Сколочная мина. Да, найс. Ну и бочком, бочком, бочком. Вот он. Стоит, меня не видит из-за кустов. Бах. Вот это стелс, да? Мина. Ой, туретка. Очень близко я сейчас к двери. Да, я понял. Ой, ёп, РСТ. Так, инспектор братства, раз. С этим понятно. С миной понятно. Ладно, давай стрельнем разок все-таки. И прямо по курсу идем, заходим. Нет, еще один. Под ноги из ракетницы. Блин, сейчас взорвусь. О, хорошо. Я его не увидел. Я не увидел второго. Мог бы хедшот успеть сделать, если бы... Давай, делай. Так, он с руки бьет меня. Раз. Сейчас еще раз получим. Блин. Как они быстро стреляют, а? Я не успел зайти ракетницы сразу, раз, и все. Давай вот аккуратненько по стелсу. О,
Он выпустил ракету, захожу. Итак, раз. Двас. Трис. Где четвертый? Ладно, стрельнем пока по этим. Раз. Не убил. Двас. Убил. Трис. Крит. Крит по этому. Нет, выстрел по этому. Тут, наверное, по голове лучше. Он... Это минус. Это минус. Не, не минус. Меня интересует, где товарищ с базукой. Он жив, не жив? Критуем. Убиваем. Слева, слева, слева звук. Но они наверху. Еще один. Двое. Поехали. Сейчас кританем второго, с одного выстрела убьем. Не, не с одного. Давай, два крита. Два крита, что-то не сработали. Перезаряжаюсь. Ой, у меня хп-то нет. Не восстанавливается, что самое главное. Инфо, предметы, помощь. А, давайте квантовый ядер колу выпьем. Тут как раз хп нужно в таком количестве, что... Песика замочили, вижу. Шесть выстрелов. А, это легендарный. Понял, открытую. У него восстановились уже. Восстановило здоровье. Почему урон-то не нанесся? Давай еще крит. Давай еще крит. По туловищу. Все равно не хватило. Плотный. Очень плотный. Давай-ка оптику получше возьмем. Он может обходить уже. Народу масса. Это хорошо. Не зря патронами затарился, реально. Ой, не зря. Тихо, только не беги. Попробую еще дробовик поюзать. Вот он здесь, легендарный, живой. Да как? Почему? Куда? Убил, что ли, его? Нет, вроде. Убил. Здесь убийственный пистолет, который урон на 50% больше по людям. Мне показалось, что... По квесту нам наверх. Ох. Во-первых, тут винтокрыл можно уничтожить. Посмотрим, кстати, какие у него уязвимые места есть, если есть. Разницы вообще нет, куда стрелять. Вообще нет. Ёп, РСТ, надо было мочить его, конечно, со второго выстрела. Винтокрыл взлетает. Один за углом. Три человека. Три человека надо мной. Гранату, кажется, будет кидать. Я слышал, как чека. А трое надо мной, это, видимо, винтокрыло есть. Прям по курсу один. Хрень какая, а. Не хочу я патроны тратить в таком количестве на него. Опа, а вот это уже интересней. По ядерному блоку. Обязательно с критом. Сразу же. Не хватает урона. Надо было переключаться сейчас на энергооружие. Так, давай-ка назад. Не будем все очки действий тратить. Переключаюсь в наш замечательный карабин. Ой, взрыв. Граната пошла. Правда, странно она пошла. Стреляй по ядерному блоку. Бах, это без крита. Там взрывы. И у этого карабина еще точность, видите, какая замечательная, да, на хорошей дистанции. И он ваншотает просто. Просто ваншотает. По туловищу стреляем и должен убить просто. Да, отлично. Как так? Где? Почему не прострелил? Хоть самому целься по ноге. Да, надо с этой пушкой поработать.
Так, винтокрыл сверху. Или не сверху, или сзади. Так, давай-ка сделаем легкий сейф. Вот там, судя... А, нет, там... Там просто люди ходят. Ядерный блок, раз, два. С каритом сразу. Бах. Две трети хп. Взорвется сейчас. Давай, взрывайся. Там нагрелся же. Вот. Это добро, я понимаю. Стимулятор мне пригодился бы. Так, прямо по курсу еще один. На этом же уровне. Вот, близко, близко, близко. Вот. По ноге. Ультимативно так. И это еще не максимум модификации этого армора. Так, мне нужно вот 20 метров. Несколько точек есть. Нужно 3 установить. Чего мне нужно установить? Вертокрыл летит. А, уничтожить генераторы нужно. Так, фюзеляж, кабина. Ох, собьем мы его. Маловероятно. Не, собьем. Тихо. Быстро-быстро этого сначала снять нужно. Потом юзнуть. Юзнуть на хил что-нибудь. И омлет из рот скорпиона, чтобы зависимости убрать. По винтокрылу сейчас добиваем. Давай критом сразу. Да, перезарядка — это то, что нужно сейчас. Бах. Бах. Сбили вроде. Бах. Ничего себе. Ай, там справа настрелял-то, настрелял. Ой. Да, классно. А он там очень часто стрелял. Сейчас, погодите, я сначала с этим гадом разберусь. Это разобраться, это громко сказано. Да не хватает у меня очков действий. А сзади винтокрыл. Ой-ой-ой-ой, граната. Бах. Но он тоже взорвался. Это, видимо, он и взорвался. Нет, не он взорвался. Да, по левой руке тут пофиг вообще куда попасть. Главное, стрельнуть побыстрее. Стимпак, пожалуйста. Сзади еще трое. Можно, в принципе, не выходить, но я хочу винтокрыла убить. Можно, в общем-то, просто отстрелить... А, давай попробуем. Кандидата братства сквозь отстрелим. Может быть. Да ладно, это сработает? Ну, перк-то есть? Ну, не сработало. По винтокрылу, видите, нет разницы реально, куда стрелять. Правое крыло, левое крыло, в хвост. Очки действия восстанавливаются. Медленно, 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 медленно. Ну давай, где же ты, друг? Куда же ты полетел? О! Мочим. Плохо мочим. Далеко он. Пришли синты на подмогу. Добрые синты. А, слушайте, кабина есть. Да, по кабине лучше стрелять. Каритую, раз. Сейчас... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, карамба. Так, нет, стоп. Надо добить. Ну сколько там осталось-то у тебя? Фигня же осталась.
Ракету кто-то запустил. Вижу, что фигня осталась. Пистолет, а ладно, стоп. Или он уже падает? Из пистолета давай. Бах. Бах. Критуй. Из пистолета как-то не очень выходит. А не, вышло. Классно. Так, прямо по курсу. Нам нужно три таких передатчика уничтожить. Я готов. Работаем. Легендарный синпатрульный там впереди, но он наш. Соответственно, поэтому... А как здесь выйти-то? Или поверху, все-таки, наверное, поверху. Сейчас будет попроще, конечно. Учитывая то, что и пушка отличная. О, старший скриптор братства. Еще минус одна. Синты появились, сверху бьют. Я этого, пожалуй, возьму просто. И этого, соответственно. Перки срабатывают. Уже три крита накоплены. Все очки действия. Надо их сейчас разумно потратить. Неразумно абсолютно. Мне не хватало очков действия на второго. Можно было попробовать переключиться на пистолет, сделать крит, восстановить очки действия. Но... Так, левая. Ядерный блок. Критуем. Не уверен. Ну, не хватает, но он может, конечно, нагреться. Поехали. Они уже совсем близко. Взорвать, взорвать, взорвать. Да нет, 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 назад. Назад и ядерный блок, вот он. Не могу ядерный блок сделать. Ну, не хватает очков действия, слишком пушка... Юзаю винт. Очков действия стало внезапно больше. Критую сразу, чтобы наверняка... Сбиваю ему ядерную батарею, сейчас будет взрыв. А он... Ребята, вы бы отошли, на самом деле. Ох, не подходили бы вы туда, а. Умные, разбежались. Еще один рыцарь, как вы видите. Братство стали. Минус. Очков здоровья нет, нифига. Сейчас будет еще один взрыв, судя по всему. Мы продолжаем жрать. Жрать все, что есть. Стейк из когтя смерти сейчас хорошо зайдет. Класс. Рыцарь братства, еще один. Ну да, их много. Как хорошо, что я закупился, а. Надо некоторое время подождать, пока ХП восстановится. Можно попробовать пострелять издалека. О, а он все равно взрывается после того, как в блок... Он выходит из... Прикольно, я только сейчас увидел, что если ты выводишь из строя, он реально выходит из... Ха... По голове лучше. Выходит из силовой брони. И становится, соответственно, сверху уязвим. Во-первых, справа... О-о-о! Проктор Инграм. Наша давняя знакомая. Мы помогали когда-то. Опять же, ядерный блок является наиболее ценной. Критую сразу. Бах! И второй выстрел, но второй выстрел так, не добьет ее.
initiated. Ядерный блок почти вышел из строя. Все уже. Она должна уже взрываться, получается. Но она держится. Она еще держится. Так, добиваем. Вот он, робот. Так, стоп. Четыре человека прямо по курсу. Кто-то, ну, большинство из них снизу, насколько я вижу, да. Во-первых, скриптора раз, два убиваем. Ой, у меня, кажется, с КП проблемы. Нет, с КП нет проблем. Еще один скриптор. Собака рядышком. Два выстрела убиваем. Еще двое. Карабин шикарен. Столько выстрелов. И не, ну как так? Ну ты же сквозь простреливаешь. Я так и не понял, как этот перк работает. Мне кажется, он хреново работает. Ой, гранатка. Ребят, я прыгаю, короче. Все, я прыгаю. Что я вижу? Ингибитор. Это раз. Вижу. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот этого надо мочкануть. Поехали. Раз. Два. Фигня. С критом давай сразу. Хорошо. Не сразу, конечно, но с критом. Ой, ракета полетела. Одна, вторая. И еще один рокетмен. С критом только. У меня один выстрел. Бах. Давай. Перезаряжается. Минус. Вижу еще одно. Ой, тут мины. Короче, надо еще сажать наркоту какую-нибудь, чтобы... Бам-бам-бам-бам-бам. Психовинт, наверное. Стейк из рад Скорпиона. И работаем. Во-первых, раз, два. Дальше три. Крит. Не добил, что ли? Не, добил. Очки действия восстановились. Следующий пошел. Ядерный блок. Битый рыцарь. Не добитый в прошлый раз. Прострелили рыцаря. Помним, что слева был кто-то. Синт-разведчик нет. Свои. Он прям по курсу. Пять человек. А вот еще один. Силовой. Нет. Урон очень сильно снижается, если... Там взрывы, правда. Так, беру. А, отлично. Он не умер, правда, но... Справа народ. О-о-о. Так, это раз. Это два. Ой, два нет. Ладно. Ох, ты ж ежик. Очки действия заполняются. Ой, вон он. Гад, а. Как я тебя не заметил там? Рокетмен. Нужно что-то на очки действия выпить. Потому что не хватает мне сейчас на расстреливание. ОД. Опять психовинт. Ладно. Снимем потом зависимость. Ловкость, сопротивление, энергии, восприятие. Восприятие, сопротивление. Еще где-то было ОД. Кажется, в... Да, вишневый ядер кола. Радиация, правда. Антирадин сразу же. Поехали. Выходим. Ой, стимулятор нужно делать. Кто-то справа стреляет. Ё-моё. Почему не попал-то? КП нет. Надо свалить, чтобы не сдохнуть. Твою налево.
Да, регена нет нормального. Но это было круто. Прям круто. А, я до спуска вниз. Ладно, будем действовать мини-аркадным. Ой, гранатка. Ну там их человек 20. Там слева 5, справа 5, прямо тоже человек 5. Поэтому лучше, конечно, безопаснее действовать таким вот образом. Гренка одна. Гренка вторая. Красиво, красиво. Эти не спускаются. Ладно, я пошел. I'm going in. Вижу турельку. Вижу. Все, больше ничего не вижу. Она причем меня не видела и, соответственно... А, они сейчас будут отсюда просто выходить. Я понял тебя. Какой ты хитрый. Жесть. Надо переключиться на другую пушку, может дробаш проверить. Да, дистанция у дробовика не очень. Да, и он... Ну, короче, лучше, наверное, вот так вот делать. Стимпак. Опа, нет! Ой, все. Ой, полетело. Надо было пытаться отстрелить ракету, конечно. Иногда это можно сделать. Заспамили. I'm going in. Плохо. Ой, плохо, ой, плохо. Плохо, потому что их четверо внизу. Наркотики. Ракета полетела. Собакен держит одного. Тут явно крит раз. И явно крит два, на самом деле. Жалко, что даже при всем при этом я не добью его. Пошли ракеты, пошли. Так, я пытаюсь по стелсу, короче, уйти. Но это все настолько... Стелс, стелс, всем стелс, пацаны. Так, давай мелких убивать. Раз. Карабин нужен. О, нет, я сейчас просто сдохну тут. Ну, как я тут выживу-то? Видите, какой урон идет. Это капец. Увидел две самые уязвимые цели. Пытаюсь передислоцироваться. Ё-моё, как они мочат, а? Жесть. Как она есть. Но классно. Классно, классно, классно. Классно, классно, классно. Единственное, что не хватает, это... Это... Чего не хватает? Их много слишком. Их слишком много. Их просто слишком много. Ну хорошо, хоть не сверх просто. Видите, это же здорово, что когда не сверх просто. А то я уже чувствовал себя чемпионом. А это чувство, оно обманчивое. Не должно быть такого. Ё-моё. Ну, отошли бы вы. Ой, гренка. Да, ё-моё.
Как я не простреливаю-то? Так, у нас следующий уровень. На следующем уровне, кажется, есть возможность взять Bloodbath. Да. Еще 5% к урону. И любопытный открывающийся потом перк АОЕ, взрыв противника после его смерти. Вижу, подходит скриптор. Раз, с первого же. И лак сработал. И очки действия восстановились. Блин, да я хочу в аркаду. А я здесь. Ракеты пошли. Рыцарь братства, раз. По руке, раз, два. О, у вас много. Да ядерный блок, конечно же. Раз. Крит. Два. Не убил еще. Ой, как сколько у меня влетает. Ой, как больно-то. А, это рыцарь-командор еще. Второй крит. Ну, я сейчас гуфнусь, естественно. Потому что влетало очень много. А я еще не в силовой. Живчика взял? Не, не живчика взял. Вы что? Какой живчик? Какой я живчик? Рыцарь-командор идет. Оп, вот он. Критую. Критую. Очень много хп у него. И очень много в меня влетает из его гатлинг лазера. Прям вот очень много. Поэтому закидываемся. В надежде на то, что хватит. И надо возвращаться к стрельбе сейчас по нему. Пока, блин, выцеливаешь. Надо было крит делать, Миша, крит. Давай, нет, все уже. Жесть, какой он... Это я стреляю с пушки, у которой дамаг там 285 с увеличенным критом по уязвимому месту. Ах, ой, как прилетел это сейчас. И там следующая ракета летит. Хватит аркадить, использовать преимущество высоты. Да я не хочу. Люблю аркаду, люблю смерти. Ой, ракета опять. Оп. Не, не так. Не так, не так, не так, не так. Пип-бой. Сначала мы закидываемся. Закидываемся бафтатами. Закидываемся вишневой ядер-колой. Закидываемся... мясом из яйца рад скорпиона. Мясом когтей смерти. Еще психовинт бы езнуть. И теперь вот в полной вообще, в полном фарше убираем, доставим кушечку и мочим по ядерному блоку неистово. Три выстрела, раз крит. Два крит. Ну и даже трех критов не хватит. Три крит. И надо попытаться добить. О, добивает этот! Четыре крит! Ой, как ты вовремя! Как ты вовремя! Блин, класс! Сейчас взрыв будет. Жесть! Таинственный незнакомец. Ой-ой-ой, бомбардировка пошла. Рыцарь-сержант из Братства Стали. Фуловый... Мне кажется, надо выходить просто отсюда нафиг. За пределы, пытаться отойти, сменить позицию, вот сюда вот добежать, дождаться регена ХП. Ракета летит. Двое еще, но двое простых. Блин, песы простые. Отлично. Минус нули. Турелька там работает. Ну, она шумит больше, чем дамага наносит. Фу, классно. Рыцарь братства. Ой, таинственный опять. Пам-пам-пам. Добил, красавчик.
Саван сработал. Блин. Хорошо. Пушка у него серьезная была, а вот армора не завезли. КПС можно даже так перекидываться. Есть еще одна турелька, которая тоже создавала шум. Отлично. Но народу еще впереди масса. Во-первых, идет еще один командор, судя по всему. Восстанавливает очки действия. Он стреляет, 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 стреляет. Ой. Ладно. Да как так-то? Зря только потратил выстрел. Идет, идет, идет он. Стимулятор. И... Да, рыцарь-сержант. Есть крит, стреляю раз. На второй выстрел будет простым. Но вроде как он уже взрывается. Выстрел 2, минус. Еще стимпак. 15 патронов осталось. Еще взрыв. Надо Игорь Андреевичем стрелять сейчас некоторое время. Очень битый рыцарь братства, минус. Их там еще 5 человек как минимум. Ну 5 уже не 30, да? Тем более синты помогают. С дубинкой? Самое время проверить дробаш. Работает. Ох ты. Тут еще два рыцаря-сержанта. Не-не-не-не-не. Так, давай-ка лучше вот так вот. Мне нужно стрелять по центральному. Ядерный блок. Два выстрела. После этого, может... Нет, крита не будет. Только сейчас крит появился. Перезаряжаемся. Устанавливаем очки действия. Сейчас можно критануть. А, он уже взорвался. Ну, значит, сюда с критом тоже взорвется. Бах. А это обычный рыцарь был. Есть. Фу, как хорошо, что я закупился патронами. Как хорошо, что закупился. Тут вышел из силовой брони, потому что, ну, не осталось. Очков действия не хватит на два выстрела, поэтому... Да ладно, выстрелим так. А тут добьем. Кто это такой? Хорош. Сверху из базуки стрелял. Убили. И прям по курсу один остался. Вон он. Рыцарь-сержант. Но его тоже, конечно, хочется убить из... По правой руке, потому что больше еще не достает. Крит появился. Ой-ой-ой-ой, там Рокетмен сверху. Минус нога, минус здоровье. Закидываемся стимпаками. Где он? А, ну он там же стоит, вон он. Вижу. Гад. Нет. Стоп. Ваншотнуть может. Все, минус. 14 патронов осталось. Здесь 4 патрона. Оп, да как, откуда? Нет. Рокетмены самые опасные. Работаем.
Блин. Готово. Стимпак 1, стимпак 2. Перезарядочка. Поехали. Рыцарь братства. Не, лучше пятеркой его, конечно, мочить. Ну пятерку, достань ты пятерку. Где пушка-то моя? Опять ядерный блок. Не добил. Добил. Взрыв надо переждать. Там трупы во все стороны. Синт, который мимо пробегал, гуфнулся сразу же. Так, меня интересуют рокетмены. Они, видимо, поприходили просто с той стороны. Что сейчас я не вижу никого здесь поблизости. А он есть. Раз, два. С ножом. С этим штык-ножом. И пес такой. Так-так-так-так-так-так. Опа. Вот как он видит-то? Как он стреляет первым, а? Ритуешь, чтоб с одного. Минус. Второй рокетмен. Очки действия восстановились. Вижу. Вижу. Рыцаря. Ядерным. По ядерному раз, два. Да, на ХП оставляют желать лучшего, конечно. Опа! Там еще рокетмен есть. Я уползаю, короче, нафиг отсюда. Просто нафиг. Видите там как? Что происходит? Вижу. Крит. Там X2, потому что он меня не видел. Сейчас взорваться может. Да, похоже. Не, не похоже. Да, похоже. Ох, добро. Ох, добро. Сейчас стимпак. Поехали. Там еще 1-2 человека должно быть. Вроде там... поехали. Главное быстро кушку жать. Рокетмен и... Прямо по курсу уже кто? Сколочные мины не похожи. Не похожи. Вот, ну, вот эта встреча. Бах. О! 95%. Я думаю, не сработает. А, они могли от взрыва все сдохнуть. Надо, только мины остались. Это все. Патроны практически, ну, у ключевых пушек закончились. Я мог бы с пистолетом еще порулить. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Тут уже уничтожили какой-то объект. Надо заходить на второй этаж, возвращаться вон туда. И с него уничтожать очередной передатчик. Главное, на крыше ты забыл один передатчик уничтожить. Да, без проблем. А было бы хреново, если бы я к этой двери бы еще подошел, когда марш-бросок совершал. Что здесь... Она еще закрыта оказалась. Некоторое время я потерял. Действительно, нужно забраться на крышу, вот ориентировочно вон туда вот. Второй этаж необходим. А вход на второй этаж, вроде лестница где? Здесь, да, здесь. Это было... Очень-очень-очень аркадно. Еще выше. А, вон там. То есть отсюда надо забраться на лифте наверх. Окей, без проблем. Поехали. Пес, ты тут? Ладно, без пса справлюсь. Если время останется, на корабль выкинутый на берег сходишь, говорит Опс. Возможно, да, сегодня что-то... Опа! Тоже по ингибитору ему прям. Мочим. Еще туреточка, но у меня восстановились очки действия. Тем более турель первого левела. Еще восстановились очки действия. И это не топовый еще перк, понимаете?
Так же, как не топовый перк по критам. А я уже хожу, всех ваншотаю фактически. Так, спускаемся. А, нет, подождите, я убил. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Не уничтожен. Все, уничтожен. Хотя он взорвался вроде бы. Добраться до Liberty Prime. Тебе вояк не жалко? Ну, есть немного, но я не знаю. Мне любопытно услышать, что институт-то вообще, в результате чего он добьется под моим мудрым руководством. Спускаемся. Тут закрыто было в прошлый раз. И на этот тоже придется обойти. Liberty Prime — это же робот, робота этого завода, который с прошлой... А, то есть мне можно будет покататься еще, что ли? Не, не может быть. Я покатался. Что в Нью-Вегас, Вегас, вы помните, можно было, ну, то есть не можно было, а мы рядом с ним там ходили в финалочке и... Защитить синта взламывающего Liberty Prime. О-о-о-о. Новые враги появляются, кажется. Снизу трое. Так, ну ладно, ок. Из этих мин нормально не прицелиться. Это раз, это два. Ну. Турель откуда-то появилась. Разложились быстро. Попал. Я не мог не попасть по турели. А, там снаряд медленно летит. Слоу-мод, все дела. Графон. Криты, кстати, уже накопились полностью. Три крита засейвлены. Теперь осталось... Турель с пулеметом. Раз, два, три. Ну так, чтобы не тратить уже патроны до криты. Юзать. Снизу масса народу. Очень много народу, блин, я сейчас сдохну. Надо быстро... Да, все. Ох, сейчас будет весело. Сейчас будет очень весело. Потому что сейчас заканчиваются патроны. И это... Ну, 18 у этого, например, нашего карабина, у Фывы. Раз. Два, стрис. Четыре. Пять. Шесть. С критом. Шестой с критом будет. Поехали. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть. Турель первая не добита. О, еще очки действия. Добиваем эту турель. Раз. Два. Ладно, три на всякий случай. Ищем новую цель. 4, 5. Раз. Очки действия снова восстановились. 2. Бонусный опыт. 3, 4. И заходят новые. 8 выстрелов. Надо с критом этого убить. Далее... Этого ваншот. Ну понятно. Раз, скрита сразу же. Не добил еще. О-о-о. А, она успела за лестницу, из-за этого уменьшился
уменьшился значительно урон. Их много. Справа много заходит. Ох ты, с тяжелым пулеметом. Так, ох, взрывы, взрывы, взрывы. Дропаются. Ё-моё. Рыцарь братцев на крыше. У меня игра повисла. Вообще. Ломаем ее полностью, да? Что? Тут же чай. Вот, но вот предыдущие пара эпизодов — великолепная демонстрация того, что я хотел изначально добиться от героя. Чтобы, мы стреляли точно в режиме прицеливания, б, чтобы у нас был колоссальный урон за счет критических выстрелов, в, чтобы можно было на халяву восстанавливать очки действия, для того, чтобы не прерывался процесс, и в качестве приятного дополнения еще увеличенный урон от критов. То есть сделать такого супер-дамагера, который берет и расстреливает одного за другим, одного за другим. И еще сейчас у нас с вами 32-й левел, а можно докачаться до 50-го, и там все вот эти вот характеристики, и урон от критов, и вероятность восстановления крита, и вероятность восстановления очков действия возрастает еще там на 10, на 15, на 50%, в зависимости от того, ну, о чем речь, собственно. Закрываем программу, перезапускаем. Че, патроны не собираешь, там была куча ящиков. Да я думал, на самом деле, что это все. А тут, видите, новое задание. Можно было и трупы шмонать. Можно было это все делать. Но... Но-но. О, артиллерия же мне есть еще. Артиллерия минитменов. А это интересно. Да, кстати, я же могу проверить артиллерию. Сейчас сделаем. Точно. Продолжаем. Там шашек 6, наверное. Просто закидаем все к черту. Левый вход, правый вход. И проверим, работает или нет. Там все равно бомбардировка нужна постоянная. Можно и без этого, но боюсь... У меня в определенный момент закончатся патроны в фейве, закончатся патроны в карабине, вот в этом клевом энергетическом. И придется мне из пистолета, дробовика и Игоря Андреевича расстреливать. А Игорь Андреевич там на такой дистанции плохо работает. Артиллерия — это от братства. Как она от братства? Она от минитменов. От братства можно перелететь в любое место на этом вертокрыле. Они только один обстрел могут устроить, точно. Потом будет пауза. Согласен. Ну ладно, все равно, даже один бы здесь неплохо помог. Я начну, наверное, с... Не, я пока не буду стрелять, потому что левых мы зачищаем без особых проблем. Поехали. Я один крит юзну, чтобы патроны экономить. Это даже не очки действия решают, а именно патроны. Вторая турель. И третья турель. Давай еще критовичку. Хотя хватило бы, на самом деле. Опа! Гренка взрывается. Послушника братства вижу одного. Переходим дальше. Еще один скриптор-послушник. Он прячется. Но мне придется в него пострелять. Да не, не придется. Тихо, а почему? А, они же его убили просто. А может и нет. Не, пока никого нет. Че париться тут? Перезаряжаюсь. А вот прилетели. Ой-ой-ой-ой-ой. Все. Короче, альт. Альт. Кидаем. Бомбардировку. Паладин данс. Ну, для паладина данса у меня есть пренеприятные новости.
О, выполнено. Мы четверть уже держимся. Паладин очень клевый. У него для меня плохие новости. Короче, надо сейчас прям шашку кинуть туда направо. Потому что пока они прилетят, пока начнется бомбежка, много времени пройдет. Так что лучше кинуть сразу же. А я что, выкинул вертокрыльную шашку, кажется, я кинул. Так, туретки-то надо убить, в конце концов. Раз. Два, три. Поехали. Не добил я вроде первую туреточку. И слева появилась туретка еще одна в движении. Крит сразу же. Так, 12 патронов осталось. Сигналочка стоит. Убиваем рыцаря братства раз. Ну вот они приехали. О, можно было попробовать сбить их на прилете. Это сложно, конечно. Ладно, поехали. Бомбежка пошла. Ой, хорошо. Ой, хорошо. И все опять зависло. Да вы издеваетесь. Бесит. И главное, это финальное, понимаете? Тут таких моментов, которые надо было оттестировать внимательно. Ну, да, можно во время боя сохраняться. Наверное, чаще будут просто сохраняться, потому что мы уже эти турельки убиваем лишнего. Начинаем с... Слушайте, а может вертолет попробовать сбить? У меня есть там 3 крита накопленные. Выстрелы в энергопушке. Это было бы очень красиво. Да, попробуем сейчас вертокрылы сбить справа. Где он? Где он? А где он? Ну я слышу звук, но... Да ё-моё, ну... А вот он. Выше, 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 выше. Какой пилот? Какая турель? Какой... Что вы несете? Вертокрыл, вот он. У меня, во-первых, только 2 крита. Блин, надо было, конечно, обернуться. Обернуться, обернуться. И бой еще глючит, сволочь. Я не могу выбрать. Ладно, так сделаем. Иначе все равно умру от пулемета тяжелого.
Пилота же ж. Надо просто было его принимать сзади. Сзади принимать его. Надо было. Причем можно пострелять действительно для того, чтобы набить еще... Нет, я тогда потрачу очки действия, не надо. Лучше его заранее увидеть. Он вон оттуда прилетит. А, у меня один выстрел из этой пушки. Вон он вылетает. Ну, тихо. Так, вероятность, конечно, крайне мала. Сейчас закинусь бонусным уроном и попробую... Надо точно останавливать время. Так, снимаем все зависимости. Делаем антир 1. Берем психовинт. Сопротивляемость и очки действия. Еще мне нужны очки действия. Колу, скорее всего, выпьем. Кусочки кротокрысы. Вишневый ядер кола. Психом. Уже сожрали психовинт. Ну, смотрите, мне нужно сейчас нанести максимальный урон. Максимальный урон я могу нанести критом с пятой пушки, потом с фывой попытаться. Так, сначала вертокрыл. 89 фюзеляж. Поехали, раз. Это раз. Дальше трешечка пошла. Давай, фыву. И по фюзеляжу. Или по кабине все-таки. Нет разницы. По фюзеляжу точнее. Стреляем с критом. Раз. Неплохой урон. Давайте мне очки еще восстановить, пожалуйста. Или крит дайте. Раз, два, три, четыре. Ну. Ну, есть крит. Да, пять. Все вроде. И там появился незнакомец этот таинственный. Взрывается вертокрыл. Со всем содержимым. Капец. Вот это кадр. Ох. Вот это да, вот это скиллуха поперла, да? Халявщик бобер. Лакер. Там тащим исключительно на лаке. Защищаем. Ё-моё, там только столько народу. Паладин Данс пришел. Как ты пришел? Ты там же вертокрыл минус. Не толстяка, ничего. Ох, ёшки-матрёшки. Ладно, давай вот так вот. Рыцаря братства убиваем. Паладин Дан ступит. Нет нужных боеприпасов? Все, Брюс и Игорь Андреевич тоже закончился. Пистолетом пробую по ядерному блоку, там урон вообще никакой. Правда, там много и не нужно. О, появился, давай! И крит! А, хорош! Ох, дэнс. Закидываю стимпаком. Здесь уже зашли. Зашел. Давай крит, чтобы не убил он нашего синта доброго. Убиваем кандидата братства ваншотом. Они забираются. Скриптов забирается. Работаем по голове. Да, по голове лучше. Добро. Еще скриптор забирается. По голове. Вероятность, конечно, шикарная. И крит еще накопился. Давай второй с критом. Окей, поздновато немножко. Еще минус один. Ой, граната прилетела. Так, мне кажется, надо держаться вообще наверху сейчас. 75% осталось. Сверху. Опачки. Старейшина Мэксон. Ой, все. Тяжелая артиллерия прибыла. По ядерному блоку, естественно, заряжаем. Но, блин, ребятушки. Зачем я кританул в самом конце? Я же мог из револьвера стрелять бесконечно, пока крит... 2, 3, сейчас. Давай. 4, набирается. 5. 6. Крит есть? Нет. Крит. Вот не хватило, а.
Да он же спрыгнул. Пилот, капитан. Да, старейшина прыгает. Воу! Критуем, чтобы восстановить очки действия. Очки восстановились. Он падает. В воздухе продолжаем по нему стрелять. Взрыв. Но не простреливай нифига. Граната. Вроде уже близко. 5, 4, 3, 2, 1. Операция завершена. Занять синта, взламывающий, защитить. Все выполнено, да. Обновление тактических данных. Зафиксировано отсутствие Красной Армии Китая. Воздушное вторжение коммунистических сил должно быть отбито. Выполняю приказ 73-95. Уничтожить всех коммунистов. Понятно, короче. США, они в своем стиле. Воу-воу-воу-воу-воу, что это? Что? Куда? Ну, если вы помните, китайцы, ну, тут не к СССР вопросы, а, ну, конечно, может, завалированные к СССР, но в Нью-Вегасе, насколько я помню, китайцы были представлены очень широко, и коммунистическая партия ассоциируется именно с Китаем. Ну, в данном случае у робота, по крайней мере. Поэтому не стоит искать подтекст. Китайские автоматы, помню. Так я не понял, что произошло? В конце был луч красный. Он куда-то полетел или куда-то стрельнул? Дирижабль упал. Блин, там где-то остался этот мой. И там значит, на борту много ядерных, а хотя они не должны так взрываться. Они по-другому там работают, там защита против взрывов есть. Там остался мой парадный костюм. Кораблекрушение выполнено. Перк на бонусную экспу не сработал. 654 экспы. И на этом, в общем-то, братство стали закончилось. Мы убили практически всех офицеров, только самый вот этот вот главный куда-то спрыгнул с корабля. Последний квест — поговорить с отцом. Неплохо. Слушайте, а может сбегаем туда по-быстрому? Мне интересно, как она там. Впечатляет. О, еще живые есть. А, патронов нет. Чувствуете, уничтожение идет? Ой, тут хпшечка отнимается. Я понял, пока не догорит, толку нет. Стимпак. Стимпак. Лут! No! Все никак не уймется, Валерий. Последний долетит. Летит же. Не, не долетел. Бах.
Такие они наивные, а. Но они, видимо, не в курсе, что произошло. Они просто тупо не в курсе. Ладно, идем поговорить с отцом. Расщепление семьи. Расщепление семьи. Название, конечно, то еще. А, я убрал маркер и думаю, почему мне не говорят идти в институт? Где же с ним общаться? 32-й левел. А максимально там на 50-м перке можно взять вообще. То есть можно играть и играть. Сына он ищет. Ну, сын, допустим, отец. Но я не верю. Но даже если это он, то он мне не сын. Поднимаемся наверх. Сейчас, секундочку, я сверну ОБС, чтобы поплавнее было. Ну что, папашка? О. Hello, Sean. Ah, there you are. I've already heard the news. But of course, you wouldn't be here if it weren't a success. I'm glad it worked, but I'm glad you're safe. Похоже, это он. It's all over. Ah. But it's really not. It's just beginning for you. The Institute is in your hands now. Lead them well. Ali has always been loyal to the Institute and to me. You can rely on her for help. Once I'm gone, it's all up to you. Isn't there some other way? Some other treatment that could help you? Nothing permanent, no. The inevitable could be delayed, but at increasingly terrible cost, I simply decided. It wasn't worth it. Don't worry about me. You need to look ahead. Focus on the future. Our time together has been strange, hasn't it? I spent years wondering what you were like. Thinking about all we missed out on. I want you to know that I'm grateful for the time we've had. I don't know what to say. Shh. It's all right. Thank you. Mother, you've helped a boy achieve his dreams, I think. I think I'd like to sleep now. I've lost Sean. All over again. I close my eyes. I see my life before all of this. Before the bombs. Everything can change in an instant, and the future you plan for yourself shifts, whether or not you're ready. At some point, it happens to all of us. This was not the world I wanted. But it was the one I found myself in. The Commonwealth. My home. Ripped apart and put back together. I thought I hoped I could find my family. Cheat time, make us whole again, the way we were. But now I know. I know I can't go back. I know the world has changed. The road ahead will be hard. This time I'm ready. Because I know war. War never changes.
Да ну нафиг. Подождите, как объяснить тот факт, что мы в воспоминаниях Келлога увидели своего сына мелким и услышали о том, что губернатор, ну, то есть по радио услышали, что речь идет о настоящем. То есть сейчас, типа, получается, что он действительно мой сын, но не сходится. Новая версия Синт-ребенок? Так нет, он же его держал с собой. То есть там... В этом вообще нет никакого смысла. Кто мог подумать, что мы воспоминания человека за это самое? Его потом забрали оттуда же. Да это не Синт был, а тот мелкий Синт-рыжий, у которого ты его встретил. Приманка это для тебя. Тебе уже говорили про это. Блин. Там писалось... В терминалах каких-то. Короче, понятно. Понятно, судя по всему, зависит от нас, как мы будем институтом управлять. Но, в принципе, получается, папашка-то у нас все. В смысле, сынишка уже все. И, насколько я понимаю, это одна из концовок основного сюжета. Ну, что можно сказать? Любопытно. Хочется за Братство Стали, конечно, еще... пройти посмотреть, что в результате будет, альтернативную концовочку. Я записался. Но стоит ли спойлерить вам? Вот в чем дело. Стоит ли спойлерить? Теперь у него... А, теперь у тебя пароль от компа читай. Да, кстати, можно зайти... в терминал отцовский и посмотреть. Ну там, а что читать? Я могу только отключить всех синтов и все. Пароль-то у меня и был. Нет, мне даже не отдают, не дают возможность отключить синтов. Да, давайте тогда. Учитывая то, что у нас еще есть много времени, я загружусь с момента выбора. Я помню этот кадр. Кажется. Выход из телепорта был такой. Может, вот это вот? Да, я там дважды записывался. Сейчас посмотрим. Так, стоп. Только я сохраню текущую игру в новом месте и загружусь. Это вот сегодня мы начинали. Это не помню. Это тоже не помню. Надо было действительно сделать какой-нибудь характерный кадр, скриншот. Я помню, что записывался перед тем, как выйти из телепорта. А, ну это оно и есть, да, вот он, выход из телепорта. Сейчас посмотрим, да. Телепортироваться в Mass Fusion или проинформировать братство. И вот в этот самый момент мы принимаем другое решение. Мы идем в братство. Которое сейчас строит робота. При помощи той ученой, которая сливает инфу синтом. И вот сейчас посмотрим. В связи с назначением бобра здесь с председателем предлагаю начать финансовую проверку. Отличный совет. Так, ну, я скептически, конечно, смотрю на будущее института под моим четким руководством. Реально человек, который умеет только точно стрелять, ну его еще прет по жизни.
Неодаренные, в принципе, больше ничем. Ни навыком общения, харизмой, ни знаниями какими-то, интой. Я бы привел их, конечно, к краху. Итак, мы телепортируемся и сдаем нашего сына отца вместе с директоратом, потому что знаем, что они будут действовать агрессивно. The Institute wants me to get something called a Ferillium agitator from the ruins of mass fusion to start Liberty Prime's reactor. And then this falls into a lap. Может, поговорим? If the Institute needs it or they're just trying to keep it away from us. Either way, we should both head over to mass fusion. Мы тоже идем в mass fusion. Будем бериллиевый импеллер вытаскивать. Они же пытались тоже это сделать, когда мы... Ну, нужна помощь, давай. It would be helpful if you tagged along. I knew you'd see it my way. Grab whatever gear you need and meet me on the flight deck. But don't take too long. This could be our best chance at securing a power source for Liberty Prime. Знаете, я еще перед этим затарюсь. Помните, магазины. То, что мне нужно. Причем батарея у меня с собой есть, поэтому даже не нужно метаться... А, я же еще не грейдил перед этим. Да, сейчас будет небольшая ревизия. Чтобы подготовиться хорошенько вот ко всем вот этим вот предстоящим замесам. И уровень 29, видите? Я закончил тогда 33-м. Ну, там много экспы дали в конце. Фу, Майкер, ну чего тебе не хватает? Ну, интеллект победил ваших псов из стали, успокойся. Следующий комментарий. Вот интересно, почему они воюют между собой? Неужели ядерная война их не научила уму-разуму? Ну, когда ресурсы ограничены, ты волей-неволей будешь пытаться... Ну, хотя у института действительно был выбор. Ты прав. Вот они как раз могли не вылезать. Опять нас покидает друг, нам придется посидеть на табурете и немножко подождать. Жду. До утра. А потом давай еще концовку за подземку. Они все умерли. Там никого не осталось живых, кроме робота, который сбежал. For flexibility. Sure. Let's take a look. Don't forget to... Не в деньгах счастья, поэтому скидываем там все, что можно. Беру патроны 2-миллиметровые все для убер-пушки. 50-й калибр беру. Сорок четвертый беру. 45-й дробаш. А, или точка 45. А, нет, это карабин Игорь Андреевичевский. Только учитывая, что и он заканчивался, я возьму его. Теперь выкидываем из боеприпасов значительную часть... По энерготемам там, да? Ракет 40 штук. Топливо для огнемета. Сигналочка тоже пофиг. Ядерная батарея — это карабин. Вот ядерный блок — это уже серьезней. Ядерный мини-заряд, чтобы денежку получить. И готово. ГГ прем не работает? Как не работает? В каком плеере? Вроде должно работать. Сейчас включу себе. Обновлю страничку. А, у меня нет према. Почему-то просто не подключается, хотя у меня есть общий прием.
Странно. Ясно, какой-то баг. Но я не хочу разбивать трансляцию еще. Хотя склеим. Склеим, стоп-старт.